Привет, ребята! Вы на канале Рауль Салахлы. Сегодня мы находимся в ресторане «Бульбуль». Оно на побережье Каспийского моря. Ну, как сказать, здесь очень много песка. Рядом горы. Вот, все цветит. Везде песок, качельки. Все, что захочешь, здесь есть. Конечно, здесь подают хорошие блюда. Я это сниму во второй части, чтобы, ну, все было чисто. Здесь довольно-таки быстрое обслуживание. Официанты, если по-среднему людей, приносят быстро. Если нет людей, также приносят быстро. А когда много людей, чуть-чуть уже делают так. В общем, вот здесь наше место. Здесь есть беседка. Вот такая игровая площадка. Песочница. Здесь людей много. Но, ребят, это пока первая часть. Я вам просто демонстрирую этот ресторан. Здесь просто ничего, я ничего не делаю. Это просто, если вы хотите в какой-то ресторан пойти на побережье, я вам советую приходить именно сюда. Это место вот такое. Ну, просто очень классно. Все приходите сюда. Называется Бульбуль Балыхови, если что. Город Баку. Побережье Каспия. Это была первая часть ресторана Бульбуль Каспийского побережья. Пока. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.